Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу о 4 фишках, которые появятся в будущих версиях MIUI. Лично, как по мне, они очень интересны, и каждый пользователь сможет найти в них что-то интересное и применять их на повседневной основе. Ну что же, начнем! Первое, что ожидаем, возможность переключать сим-карты для использования мобильных данных прямо из шторки уведомлений. Выглядит это следующим образом. Удобно, практично и интересно. А как вам такое решение? Напишите об этом в комментариях. Переходим дальше. Возможности скриншота становятся более проще для пользователя. Теперь при его создании на рабочем столе сразу будет две кнопки. Продлить изображение, удобно для захвата большого объема информации, а также отправить. Не нужно будет заходить теперь и искать изображение в галерее. Все теперь делается с рабочего стола. Третье. Удобный обмен данными своего счета в MiPay между друзьями. Пока в наших регионах будет не так востребовательно, но в будущем, кто его знает, может китайцы интегрируют эту платежную систему по всей Европе. И последнее. Установка таймера для создания панорамы при селфи-снимке. Пока точно неизвестно, какие устройства получат эту фишку, но возможно узнаем об этом в скором времени. Отмечу, что это пока доступно на еженедельных прошивках, но учитывая их скорую заморозку, стабильные обновления окажутся в тренде и они будут получать все новые возможности быстрее, чем это есть сейчас. Ну а в комментариях напишите свои мысли касательно этих 4 нововведений. Ну а еще мы создали Instagram аккаунт нашего канала, где вы можете также узнавать самую свежую актуальную информацию, ссылочка на него будет в описании под этим видео. Поддержите это видео, если оно вам было полезным и интересным, а также не забывайте о наших социальных сетях. Ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья, и всем до новых встреч!